Здравствуйте, в эфире новости Удмуртии, в студии Марины Симоновой. И смотрите в этом выпуске. Мат-капитал на газификацию. Госсовет поддержал идею молодежного парламента. Мудрое решение национальных вопросов, о чем говорили на выездном заседании Комитета Госдумы по делам национальностей. 4 предупредительных и 12 по колесам в МВД рассказали подробности ночной погони. Здесь каждый элемент со смыслом. В Ижевске сегодня показали коллекцию свадебных нарядов удмуртов. И погода готовит сюрпризы, что несет нам циклон с юго-запада. Прогноз синоптиков в конце выпуска. Ряды депутатов Удмуртии могут поредеть. Сегодня Госсовет принял антикоррупционный пакет законов, накладывающий чувствительные ограничения на парламентариев. Мандаты лишат за заграничные счета и за просроченную декларацию о доходах и расходах. Официально отныне депутатам запрещено и лобби своих предприятий. Подробнее Марина Баль. 22-я сессия Госсовета для депутатов 5-го созыва стала исторической. Они собрались, чтобы принять неудобные законы о самих себе. Антикоррупционный пакет. Начали с конфликта интересов. В законе прописано, что лобби своих предприятий депутатам отныне запрещается. Половина народных избранников Удмуртии – бизнесмены, и некоторым из них инициатива не по душе. Что есть примеры, когда депутаты, вот рядовые депутаты, использовали такое положение. У нас вот в Удмуртии. Зачем это нужно принимать? Для чего? Примеры депутатского лобби председатель комиссии, готовивший этот закон, приводить не стал. Зато доходчиво объяснил, что такое конфликт интересов. Будет конфликт интересов в том случае, если депутат проголосует за конкретно руководимое им предприятие. Если это неопределенный круг лиц или все отрасли, то нет конфликта интересов. Кто за это предложение, прошу проголосовать. За 66, против – трое. Четверо были против свода поправок, которые накладывают на депутатов обязанность закрыть счета за границей и вовремя отчитаться о доходах и расходах. Срок 1 апреля. Наказание – радикальное лишение мандата. Все депутаты знают свои ограничения, и я думаю, что 1 апреля они уже соответствующее решение примут. Или они останутся депутатами Государственного совета, или примут решение отказаться от статуса депутата. Представители парламентской оппозиции антикоррупционный пакет законов одобрили. КПРФ отметили, это фильтр, который позволит отсечь тех, кто в депутаты идет лишь ради процветания своего бизнеса, забывая, что он избранник народа. Реализация этих двух законов позволит в определенной степени, так вот, по идее, так скажем, регламентировать деятельность депутата, которые могут лоббировать интересы личные, а могут лоббировать интересы, так скажем, общества, граждан. Шаг правильный, заявили представители «Справедливой России», подчеркнув, что закон требует доработки. Здесь вот вопросы остаются, и, наверное, это дело будущего совершенствования законодательства как на федеральном уровне, так и на региональном уровне. Я думаю, что... Но главное, что процесс идет вперед, идет процесс борьбы с коррупцией. Спикер парламента заверил, предложение и поправки к антикоррупционным законам сейчас собирает специальная группа. Скоро Совет законодателей Приволжского округа там эту тему поднимут снова. Марина Баль, Андрей Бусыгин, Василий Хохряков, телеканал «Моя Удмуртия». И сегодня же депутаты Удмуртии учредили День ветеранов боевых действий. Это новая дата в календаре памятных дней республики, и отмечать ее будем в первую субботу сентября. В республиканском парламенте подчеркнули, инициатором закона стала общественная организация воинов-афганцев. Уже больше 10 лет они собирают ветеранов боевых действий и локальных войн в Болезино. В прошлом году было принято решение официально назначить дату, договорились, что это будет первая суббота сентября. Замечу, сейчас в Удмуртии проживает более 10 тысяч ветеранов различных. Нужно отметить, что закон важен как для самих ветеранов, так и для общества в целом, и для подрастающего поколения в частности. Уверены, что принятие данного законопроекта будет способствовать развитию традиций патриотизма. И сегодня же депутаты одобрили и отправили своим коллегам в Госдуму инициативу молодежного парламента. Он предложил разрешить тратить материнский капитал на газификацию жилья. Как относится к этой идее на селе, расскажет Анастасия Редько.
У меня обычно это все делает старший ребенок и муж. Уложив спать своего грудничка, Наталья Степанова бежит в котельную. Чтобы комнаты не остыли, к возвращению домашних топит печь. Возиться с дровами, говорит, за 3 года уже порядком надоело. Жители деревни Сюровай очень хотят газ. В домах тогда всегда были бы и тепло, и горячая вода. А еще голубое топливо куда экономичнее. Вот только многодетной семье, недавно вложившейся в строительство дома, газификация пока не по карману. Очень дорого провести газ, насколько мне известно, около 100 тысяч это сейчас стоит. Не каждым молодым семьям, особенно в деревне, это доступно. Доступной для молодых семей могла бы стать газификация, если бы за нее разрешили расплачиваться материнским капиталом. С такой инициативой вышли члены молодежного парламента Юкаминского района. Там тоже почти 80% молодых семей проживают в частных домах. Но от газоснабжения отказываются, сельскими зарплатами с газовиками не рассчитаться. Стоимость подключения до границы земельного участка к сетям газоснабжения вновь построенных или вновь вводимых объектов, она вот как раз порядка 30 тысяч рублей, то есть подключение к сетям. А если рассматривать стоимость общей газификации, о чем вы говорите, это приобретение котла, приобретение счетчиков. Так вот, со стоимостью этого оборудования у нас газификация превышает уже 100 тысяч рублей. Предложение молодых парламентариев направить средства маткапитала на газификацию поддержали их взрослые коллеги. В Госсовете уже рассмотрели эту инициативу. Мы сейчас готовим инициативное обращение в Российскую Федерацию и Дмитрию Анатольевичу Медведеву, и в Государственную Думу, в Молодежный парламент Государственной Думы, чтобы они поддержали нас этой инициативой. Вот, и будем прорабатывать этот вопрос. Наталья Степанова свой маткапитал уже потратила, рассчиталась за строительство дома. А вот, например, их соседи тоже молодые семьи. Однозначно, вместо кредита на газификацию лучше бы пустили средства материнского капитала. Анастасия Редько, Максим Кузнецов, Андрей Бусыгин, телеканал «Моя Удмуртия». А прокуроры решили напомнить об ответственности за содержание и обслуживание газового оборудования. Как раз накануне в республике завершились плановые проверки, в результате которых прокуратура решила предъявить иск физическому лицу. Ему предстоит обеспечить безопасность внутридомового газового оборудования. Это пробный иск. Он впервые будет направлен в суд для рассмотрения. Иск предъявлен к физическому лицу о понуждении к заключению договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. Как правило, в сельской местности дома малоэтажной застройки, не более 2 этажей, и там даже не бывает общедомового имущества. Как правило, газопровод проходит по стене дома и напрямую проходит в жилое помещение. В сельской местности, как пояснила прокурор, как правило, нет управляющих или обслуживающих дома организаций, а потому вся ответственность за безопасность ложится на плечи самих собственников. В Уве придумали способ борьбы с бродячими собаками. Там решили наказывать рублем хозяев, которые оставляют своих животных на улице без присмотра. Пойти на такие меры сельских начальников заставили жалобы жителей. Отлов проблему не решил. В Уве очень много животных, которые сбиваются в стаи и ведут себя агрессивно. Среди них есть и домашние питомцы. В администрации считают, повлиять на ситуацию смогут только сами жители поселка. Только надежда на граждан, на соседей и на уличкомов. То есть, если я утром встал и вижу, я-то у соседа, например, собаку, я знаю, что это его собака, что она выпускает. Вот тут реакция первая должна быть. Первая. Или звоним мы сразу в поселковую администрацию и доводим до нас, что вот такой-то нехороший человек выпустил свою собаку, и она бегает тут безнадзорно. Или сразу же участковому, который также вправе составить протокол. Штраф до 1500 рублей. В Удмуртии это пока единственный райцентр, где пошли на такие меры. Очередного нетрезвого водителя задержали накануне инспекторы ДПС. Правда, для этого им пришлось устроить погоню, даже применить табельное оружие. Внимание полицейских, автомобиль ВАЗ привлек у въезда в деревню Новая Бе Вовожского района. Увидев патрульную машину, водитель сделал резкий разворот и нажал на газ. Преследовали его несколько десятков километров. На неоднократное требование остановиться он не реагировал. Пришлось стрелять. 4 предупредительных в воздух и 12 по колесам. Только после этого нарушитель остановился. Чем вы можете объяснить свое поведение, почему не остановились на требования сотрудников ГИБДД, на неоднократные требования? Я не знал, что сотрудниками. Окно у вас было открыто, когда вы двигались. Все вы требования слышали, почему не остановились? Задержанным оказался 24-летний житель деревни Новая Бия, ранее судимый. Он был лишен прав на управление автомобилем. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозят 2 года тюрьмы, либо штраф 300 тысяч рублей.
А водители сегодня активно обсуждают новости о замене ОСАГО, о сменах полисов. Это инициатива автостраховщиков. Порядок ими пока не озвучен, но объясняют это необходимостью. Поддельных полисов стало слишком много. Подделки появились и в Удмуртии. Республиканском ГИБДД подсчитали, в прошлом году в нашем регионе выявили 30 фальшивок. А в стране их счет идет на тысячи. Нахождение поддельных полисов на данный момент уже переходит в разряд проблемы. Чем это вызвано? Тарифы возросли, некоторые граждане несознательные пытаются сэкономить, приобретают полисы либо с рук, которые не обеспечены страховыми взносами и, соответственно, последующими выплатами. Некоторые берут просто подделку. Здесь сэкономить не получится. Кроме того, что участник ДТП, имеющий фальшивый ОСАГО, не получит никаких страховых выплат, он может быть привлечен к уголовной ответственности или штрафу 80 тысяч рублей. Параметры новых бланков в настоящее время обсуждаются, и они будут иметь более высокий уровень защиты. Депутаты Госдумы России возьмут на вооружение опыт Удмуртии. В республике состоялось выездное заседание Комитета по делам национальностей. О чем говорили, знает Роман Вагинов. Профильный комитет Госдумы уже посетил не один регион России. Депутаты изучают опыт областей и республик в решении национальных вопросов. Законодатели готовят к реализации стратегию государственной национальной политики. Стратегия, основная цель – это формирование общероссийской гражданской идентичности. Как говорит Владимир Владимирович Путин, наш многонациональный российский народ. Понимаете, то есть сохранение самобытности народов, сохранение культур народов, языков народов и, тем не менее, создание общей российской гражданской идентичности. Мы российский народ. В реализации этой стратегии, кстати, рассчитана она до 2025 года, как раз таки и может пригодиться опыт Удмуртии, считают в Госдуме. Наши республики отлично уживаются свыше 100 национальностей. Когда говорят, что мы должны быть без своей собственной культуры, это глубокое заблуждение, потому что в этом случае мы теряем собственное лицо. Чем разнообразнее мир, тем он интереснее. Ведь не случайно и радуга ни одного цвета, а в ней 7 цветов, и от этого мир становится только краше и интереснее. Кроме того, Удмуртия одной из первых в России приняла свой закон о языках, открыла бесплатные курсы по изучению удмуртского языка и предоставила всем национальностям, проживающим в Удмуртии, возможность сохранять свой язык и культуру. Вы знаете, мы предложили главам муниципальных наших районов, давайте продолжать, давайте прототипы Дома дружбы, которые находятся у нас в Ижевске, сделаем в муниципальных районах. Ведь моментально никого не надо и денег не надо. Уже 6 вот таких домов дружбы народов муниципальных в наших районах есть. Это о чем говорит? Это говорит о том, что мы хотим. У нас огромное желание жить в мире и согласии. И это правильно. У нас есть все для того, чтобы в этом направлении работать. Есть и комиссия в Государственном совете по национальной политике, есть Министерство национальной политики, у которого уже наработан большой опыт. И думаю, с учетом предложений сегодняшних поступивших от наших коллег, посмотреть еще опыт работы по другим регионам. Национальный вопрос невозможно решить раз и навсегда. В этом направлении нужно работать каждый день. Учить детей уважать другую культуру и языки, в том числе через кино и документальные фильмы, через уроки истории, предложили Комитету Госдумы в Удмуртии. А еще республика готова провести у себя первый фестиваль коренных малочисленных народов России. Роман Вагинов, Илья Дерендяев, телеканал «Моя Удмуртия». Около 13 тысяч детей из малообеспеченных многодетных семей, а также попавших в трудную жизненную ситуацию, в этом году получат путевки в оздоровительные лагеря. Об этом рассказала сегодня министр соцзащиты республики Ольга Карепанова. До 2015 года нас финансировала Российская Федерация в размере 63-64 миллионов рублей. Значит, с прошлого года Российская Федерация нам не платит ни копейки на оздоровление. Но, тем не менее, то количество детей, которое оздоравливалось и которое, значит, отдыхало в наших летних загородных лагерях, в лагерях дневного пребывания, значит, количество детей мы сохранили. Министерство выделит 55 миллионов рублей из бюджета республики. Количество путевок за счет министерства останется прежним. Правда, оздоровительную смену впервые в этом году придется сократить с 21 до 18 дней. Увеличится и количество лагерей с дневным пребыванием детей.
В Ижевской сельхозакадемии взялись за возрождение вятских лошадей. Им решили посвятить целую научно-практическую конференцию. Она началась сегодня. Порода эта уникальная. Вятки, лошади крепкие, выносливые, устойчивые и, самое главное, универсальные. При всех этих качествах порода оказалась на грани вымирания. Сегодня по России вяток не больше 700. И это при том, что потребность в них постоянно растет. Лошади заводские, они чувствительны к различным заболеваниям, а вятки, они такие крепкие лошадки и используются в разных, абсолютно в различных направлениях. Она у нас универсальная порода, то есть ее можно использовать и как детский конный спорт, и как сельскохозяйственная лошадка. Ее широко используют и в туризме. На конференцию приехали не только российские специалисты, но и ученые из Белоруссии. Сегодня в программе выступлений круглые столы, а завтра на ипподроме пройдут соревнования. В Удмуртии восстановили свадебные наряды удмуртов. В коллекцию вошло 8 комплектов, все они уникальны, восстанавливались по архивным документам. Что получилось, расскажет Светлана Буланова. Это свадебный наряд калмесской удмуртки. Работа уникальная. До этого не восстанавливался ни разу. Сделан исключительно по архивным материалам. Так что пока шили, рассказывают мастера, узнали многое и о костюме, и о самих калмезах. Жили они между реками Кельмесь и Ува. Были очень дружелюбными. Это видно и по наряду. В нем много русских элементов. Но такой головной убор носили только калмесские удмуртки. Удмурт называют кунь-сергу. Кунь-сергу – это значит три угла. Вот здесь лоскутка очень интересно выстраивается, так же, как и мировое древо вот, на головном покрывале сюлык южных удмуртов. Да? Здесь оно немножко более, скажем, скромное, но тем не менее тоже нарядное и очень богато выглядит. Этот костюм создали 4 мастерицы за 2 месяца вручную, почти как в старину. Тогда каждая девушка-удмуртка свой свадебный наряд должна была приготовить сама. А вот богатые манисты ей доставались по наследству. В нем как ты себя ощущаешь? Я не знаю, как-то как защищенная от всего, как будто что ли. Эту коллекцию мастера республики создали впервые. В ней наряды сразу 8 групп удмуртов. В каждом костюме отражается надежда на долгую, счастливую совместную жизнь. А потому в свадебном наряде, как ни в каком другом, каждый элемент со смыслом. Вот кижоп уже. Настолько интересно вот эта техника его тоже. Пастму заворачивает. А что она обозначает? Вот это вот? Рваный, драный. Долгая. Долгая дорога, долгая жизнь. Мастера, которые работали над этим, они снова окунулись, они стали изучать не только в музеях, они начали изучать эту семейную традицию у себя в доме. То есть это южные, это северные, они стали интересоваться, если вообще сохранились эти костюмы. То есть они погрузились в тот период, и они сегодня это создали. И они с такой любовью сегодня это показ демонстрируют. Эти удмуртские подвенечные наряды уже вызвали восхищение московской публики на международном фестивале. Показать коллекцию мастера собираются и всем жителям Удмуртии. Она побывает во всех районах республики. Светлана Буланова, Юрий Егоров, телеканал «Моя Удмуртия». И еще одна информация в конце выпуска. Синоптики сегодня предупредили, в ближайшие часы в большинстве районов Удмуртии ожидается сильный снегопад. Погода изменится вместе с циклоном, который стремительно надвигается на нашу республику с юго-запада. В ночь на 17 февраля, уже ближе к утру, на Удмуртии начнет влиять прохождение атмосферного фронта. В связи с этим начнется выпадение более обильного снега, местами сильного. Усилится ветер, начнется метель, поэтому и на дорогах ожидаются снежные заносы, накат. Впрочем, синоптики прогнозируют уже во второй половине дня. Завтра снегопад и метель начнут ослабевать. В четверг и пятницу сильных осадков не ожидается, а к выходным они и вовсе прекратятся. И на этом у меня все, а информационный канал продолжит новости спорта. До встречи!